Очень радостно видеть вас здесь, на Урюпинской земле. Уже не в первый раз город Урюпинск встречает православную ярмарку. Я думаю, для многих это непростое посещение, оно запоминается. Да? Все-таки город Урюпинск долгое время был как бы на слуху, как некий город Китиш, как будто его нет. Но он, оказывается, есть. Да? И здесь живут очень верующие люди, активные. К сожалению, время тоже и на них повлияло, но слава Богу, что жизнь церковная здесь, несмотря на ни на какие препятствия, ни на какие гонения, вот, она продолжалась, она и была, потому что практически все время, за исключением очень короткого промежутка, служба в Покровском соборе, который сейчас является кафедральным собором Урюпинской епархии, проходили всегда. И очень много, большое число паломников, людей собиралось со всех концов здесь окраин наших, и с Воронежской области, и с Саратовской, ну и, естественно, здесь с нашей Волгоградской земли, шли пешком на праздную Урюпинской иконы Божьей Матери. До 15 тысяч человек собиралось людей, вот представьте, да? Вот столько было людей. Шли пешком. Не на машинах ехали, шли пешком, а если их просили, их даже предлагали именно подвезти, нет. Особенно это были ревностные такие женщины, которые старались именно не только пешком, но то есть, идти для поклонения чудотворному образу Божьей Матери иконы. Именно это был их подвиг такой. И несмотря на всякие запреты, что священникам запрещали совершать крестные ходы, а люди шли. Вот. И никто не мог их остановить. Поэтому вы находитесь на очень благодатной земле, именно освященной покровом Пресвятой Богородицы и, конечно, освященной кровью казаков, которые во множественном числе здесь были расстреляны. Мы это помним, это страшное событие. Здесь совсем недалеко рвы, в которых именно складывались тела убитых казаков, сгонялись все округи. Поэтому сегодняшнее ваше пребывание здесь и ваша молитва – это очень важно для людей города Урюпинска. Потому что мы это понимаем все прекрасно. Жизнь, она диктует свои условия. Да? Вот. Но мы должны свидетельствовать о нашей вере православной. Мы должны говорить об этом, должны проповедовать. Должны вот так же своим трудом, вот. А вы добрым словом, особенно кто здесь участвует в этой ярмарке православной, да, добрым словом и добрым, как говорится, расположением к людям свидетельствует о вере православной. Желаю вам успехов всяческих, да, и, естественно, если будет проходить ярмарка, дай Бог, мы надеемся, она будет еще проходить, приезжайте, ради Бога, вот, Бог вам в помощь. И под покров Пресвятой Богородицы. Господи, явися к нам, благослови камень Его же непригоша, зиждущийся и быйство главу угла от Господа бысей, и издивен в очи всех наших. Господи, явися нам, благослови грехи во имя Господне. Пресвятая Дева Богородица, Волгоградскую землю населяющая, утверди нас православием и спаси души наша. Нести мирная радость, спаси я на верия, даровайся, святи горе апостли, церковная твоя, владычица Богородица икона, со изображением причислена и нераздельно причислен круг твоих, прославление святые Троицы, созывающего верных и молящихся тебе о всем познании, о дорогом защищении, Сына ради мы будем законом обеем, радуйся благодатней Господь с тобою, радуйся Сыну и Святому Духу. Святые русские столпы непоколебимые, владычи верные. Слава тебе, Боже, на слава тебе. Святая Богородица, спаси!
слава тебе, Боже наш, слава тебе, величие Николая, моли Бога о нас. Святый священномученичи Николая, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и престой, и во веки веков. Восставши моя, иди в горние сочани во врат Иудов, и вниди в дом Захарины целова Елисавет. И бысть яко услыша Елисавет целование Марина. Взыграйся, младенец, в очеве я, и исполнися Духа Святой Елисавет, и возопи гласом велием рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие, да прииди, Мати Господа моего, ко мне? Себо яко бысть глас целование твоего во ушею моею, взыграйся, младенец, радушами во чреве моем, и блаженно веровавшая, ко будет совершение, глагола намея от Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спаси моем, яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат меня всероди, яко сотвори мне величие сильное и свято имя Его. Прибысь же, Мариам, с ней, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой. Духу, и ныне престой, во веки веков свети, принято ей явление чистого образа твоего, и родшегося из тебе младенца истинно же Бога. И Боже, глеба рукава им реши, и третий ее прости, и бедности взаимающий. И лишь по совершении дел их спеши произвестися, благослови, молим тебя, сердце могил. Во славу Твою вся творите, повелевая, Господи, рабом Твоим, организатором, с довольством к совершению подашь, здравие им, с благоденствием даруя, молим Тебя, вседоровитый творчий, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чудотворной иконою Твоей, воспоминающей дивное явление Твое в ограде нашем, смиренно молим Тебя, благая заступница рода нашего, сохрани под кровом милости Твоя церковь, Твою святую, град наш, и всю страну нашу православную, и всех притекающих к Тебе с верой и любовью, умиленно прощающих со слезами Твоего заступления. Подашь недугущим цельбу и здравие, избави нас от всякой скорби и печали, огради нас от всякой напасти и злых клевет. Веру православную до конца дней наших непорочно сохрани, во всех заповедях Господних настави. Исподоби нас мирной христианской кончины и доброго ответа на страшном суде Сына Твоего и Бога нашего и Гожу. Умоли за нас материнскими молитвами Твоими, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да помилует нас повелицы и незреченцы, и Пресвятым Духом всегда ныне и присно, и во веки веков. О, Пресвятая Госпожа Прозябиния и Красный Плод, сродников Твоих, предстателю и наставничать, и во время гонений безбожного, от сокровищницы души святых славных и всехвальных апостолов, святого священномученика Николая, пресвитера и же верхнем гнутове, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. И все участники и участницы выставки православной, кто здесь совершает свое служение, тот, кто пришел что-то услышать или приобрести для себя, или открыть что-то для себя новое. Милости вам всем Божией, Божие вам всем благословение. А я благодарю и организаторов этой выставки, которые здесь присутствуют, Екатерина, вас, Сергея, передавайте мое благословение тоже. Спасибо вам за такое упорство. Вот. Наша
Здесь Урюпинское местное градоначальство, которое откликнулось и как-то так ревностно взялось за это дело. Благодарю и всех вот казачество наше Урюпинское. Хотелось бы, чтобы вас было больше. И всех участников и участниц православной выставки. Божьего вам благословения.